29 марта, все, натовские войска подошли к нам. Все, уже стоят они. Уже один танковый переход. Если ночью двинутся они из Латвии, утром они будут в Москве. И пустое Волоколамское шоссе. У нас там ничего нету. А вы все еще смеетесь, говорите, как вот надо хорошее настроение. Но бачите, что мы живем в режиме 41-го года. Поэтому я вас и ненавижу, вас, юмористов. Вы все пытаетесь отвлечь внимание. Да все, все вы врете, что вы ненавидите. Зачем все вы... Все анекдот. Да врете вы все. Вот ваша передача на НТВ была, куклы, где она? Я добился, ее убрали. И того был Шендерович, да, бесплатный сыр для мышеловки ТВ-6. Добился, так, это вы добились? Да. И добьюсь, что вы, Хазанов, соберете всех ваших пародистов, сядете в поезд и поедете Москва, Магадан. Там нужно достроить дорогу. У нас есть участок дороги Чита-Хабаровск, ее нужно достроить и до дальше. Поработайте нормально, Геннадий, и пенсию заработаете. И увидите, как живет наш народ. Мне поэтому уже поздно.